Всем привет! Снова с вами я. В общем-то, мы продолжаем страдать фигней. По логике, мы должны, конечно, полететь на Ио, но почему-то я думаю, что нам нужно куда-то другое место, как вариант. Здесь почему-то мне пишут, что меня ждет 4 человека, хотя я не уверен к этому. Но мне открыли доступ в горнило в любом случае, так что... Почему бы нет? Ладно. Давайте пока пойдем по заданиям. Задания здесь все плюс-минус 90 уровня. И, наверное, мы телепортнем сюда, попробуем выполнить вот эту вот эту миссию мини. Это вообще побочка, прям побочная побочка, которую не обязательно выполнять. Все дела. Вот. Пока мы просто летим на планету, как всегда подгружаясь, сегодня я, видимо, буду один. Но это не повод отчаиваться, друзья мои, ведь так? Давайте посмотрим, что у нас из этого всего выйдет. Поможем, так сказать, нашим друзьям. Мне иной раз просто лень целиться, поэтому не обижайтесь. Так. А тем временем мы прыгаем. Эти вексы что-то строят. Вычисляю вероятность. Да, так и есть. Попробуем захватить все три. Так. Вот где-то рядом здесь будет еще один. Так, какое у меня там второе оружие? Ну, кроме меча. А, дробовик, замечательно. В принципе, хорошее оружие, чё б нет-то. Ну, ко мне тем более друзья пришли. Можно спокойно все это дело зачистить втроём-то. Ну как друзья, ну вы поняли. Зачем тогда оставлять эти пластины на земле, если они злятся, когда на них наступают? Не знаю, ребят, не знаю. Вот так вот, вызич еще кого. Синенькую заработали. Замечательно. Осталось интеграции. 8 из 10. Да пошел ты. Вон еще эту хрень надо убить большую. Готово. Нам нужно как можно больше всех этих вексов убить. Их посыкует все. Это у них проблемы, не у нас. Это их раздамаживают, не нас. Не, кстати, очень мне нравится. Прикольно, на самом деле. Интеграция осталась. Шпиль уничтожен. Съели? Будучи неорганическими взаимосвязанными существами, вексы не способны к пищеварению. Да, спасибо. Все равно съели. Вы неорганические взаимосвязанные существа. Игуем прикольные все-таки. О, зелененькая шмоточка. Круто. Там еще что-то получилось тоже. Видимо, там кого-то ребята тоже убили.
Нам не лишний будет. Так. Чё, дробовик на дробовик, 129 на 129, думаю, смысла менять нет. А вот 115 на 136, в принципе, да, есть смысл поменять. Здесь нету. Ну, в принципе, я думаю, как-то все, да? Ну, мне вот больше бесит то, что я не могу улучшить этот шлем, потому что шлем прям огонь, огонь. Я бы хотел как бы трансмогить. Ну, если, кстати, кто знает, как трансмогрифицировать шлемы и прочую хрень, ну, блин. Ребята, жду от вас комментария. Скажем так, у меня есть очень большое желание это сделать. Так, ладно, смотрим, где мы. Вот здесь вот есть два сундука, не сундука. И мы попробуем сейчас их забрать. Ну, попробуем их сначала найти и попробуем потом их забрать. Они находятся... Угу. Ну, в принципе, я примерно понимаю, где они находятся. Но, как правило, для их забора требуется быть крутым паркуристом или что-то в этом духе, потому что просто так они не даются, да чё ж меня все время туда-то перемещает. Так, один получается где-то... Где-то... Вот здесь вот должен быть. Вопрос в том только где. Да. Вот один мы нашли. Это краску нам дали. И второй должен быть... Где-то... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Зря, и зря я нажал. Сейчас посмотрим, как мы далеко от него. Мы от него далеко, мне кажется, что... Угу. Мне кажется, что он вот там наверху. Больше ему по логике вещей быть негде. Это значит, что нам просто придется туда забраться. Отлично, я прям с собой, самим собой рад, потому что я прям очень круто сделал. Я нашел эти два сундучка, и больше мне не придется их искать. Они, по-моему, появляются раз в какой-то промежуток времени, случайным образом дают различные крутые фишки. Причем для всех они видны, типа, по идее. Ладно, посмотрим, что у нас по заданиям. Нам нужно прокатиться вот сюда, сюда, сюда. Мероприятие только начнется, так что смысла в этом нет. А вот в освобождении я схожу. И там, кстати, по-моему... Есть чуть дальше сундучок. Есть один минус. Мне не нравится то, что я не могу вот на карте поставить никакую метку, чтобы, типа, именно вот конкретно в эту метку сходить. Это немножко неудобно. Ну ладно, ничего страшного. Давайте просто попытаемся выполнить все эти задания, покачаться. И потом, как освободимся, сразу пойти на ИО. Я думаю, что это будет как раз чётенько. Па-бам. Вот, ну я как раз спустился, как и хотел. Можно сказать, как и задумывал, вниз. Капитан, похоже, вексы ловят падших. Я обнаружила множество заключенных в пещере рядом с вами. Сидеть в тюрьме у вексов. Такого даже врагу не пожелаешь. Надеюсь, мы им поможем. Знаешь, Нейра, я сомневаюсь, что падшие будут благодарны нам за спасение. Уж поверьте. Так или иначе, вы окажете им услугу. Ну, это да. Ладно, мы тут... Ты слышишь, ты охренел, что ли? Слышь, здоровяк. Я, конечно, понимаю, что ты там крут и все дела.
Ну да, ты не будешь борзеть. Ну, в принципе, мертвые не борзеют, поэтому все ок. Так, ладненько. Пока. Мы внутри. Никогда не приходилось устраивать побег из тюрьмы. Удачи, капитан. Ну, мне кажется, они действительно мне благодарны. Так. Думаю, нормуль. В этом плане мне проще уничтожать вот этих гадов. Как он бомбовый его-то. Нет. Нет. Да. Вот это оружие. Замечательно. Почему вы все время появляетесь где-то в жопе мира? Ну или просто я вас так криво убиваю, ладно. Вот он не ожидал туда. Что ему в задницу всадят. Здесь наверняка полно падших. Я чувствую барьеры впереди. И внизу. Глубоко внизу. Капитан, там могут быть и другие узники. Их надо освободить. Нейра, они пытались нас убить. Лучше, чем сдохнуть в клетке. Не, ну в принципе я с Нейрой согласен. В клетке действительно как бы там ни было хуже. Мне кажется, сзади себя я освободил небольшую группу людей. Слушайте, а дробовик мне, кстати, нравится. Прям воплощает все мои мечты, можно сказать. Почему все так сложно, ребят? Почему мне не дают просто взять и убить себя? Ну, в смысле, они не дают себя убить. Просто вот, ну, постоять на месте, спокойно, отдохнуть. Ни себе, ни людям. Капитан, общность вексов принимает меры по поводу вашего побега. Ха, они опоздали. Если им нужна драка... То они меня убили ваншотом. Не смешно. Они опоздали. Если им нужна драка... Но он мощный чувак. Так. А что ты скажешь насчет вот этого? Чё, больно, да? Ваш педик. На. Я так и знал, что тебе понравится. Ну чё? Прислужники. Всем нравится, как я получаю на вас ордер и убиваю вас. Мне вот, например, нравится. Денежка, денежка, денежка. Все чисто. Не наблюдается ни вексов, ни падших. Нейра, мне жаль, что все так получилось. Все равно благодарю тебя, друг-призрак.
Ну, конечно, ты меня благодаришь, ведь я зачистил целую зону от наших потенциальных врагов. Чё бы нет-то? Они захватили? Ничего себе! Сколько падших! И это только окраина комплекса. Этой группе разрешили истреблять друг друга, пообещав отпустить выжившего. Никто из них даже не выстрелил. Ну, разве что в нас. Удивительная верность. Сегодня все мы поняли кое-что важное. Ага. Вексы — это ужасно. Так. Не, я думаю, дроик я пока оставлю. Здесь, в принципе, сменю. Тут сверху тоже что-то было. И, да, можно тоже сменить. Вот. Все остальное ок. Остальное меня устраивает. Так, и мы направляемся вот сюда, попутно попытавшись забрать вот эту хрень. В идеале еще забрать, сходить в пещерку, зачистить ее. На самом деле, мы как-нибудь сделаем рейд по пещерам, я думаю, и зачистим все вот эти вот тайники, типа. Что я вам покажу, где они, типа, находятся, если вам это интересно. Вот. Ну, а также жду ваших интересных комментариев на тему того, как вам Destiny, стоит ли все это дело продолжать и продолжать, и нравится ли вам похождение такого типа. 2 секунды, да? Ну давайте. Как раз я примерно 3 минуты зачищал там эту хрень. Сегодня у нас будет миссия такая, побочек и всяких разных плюшек. А, она очень далеко от меня, да. Ну, все, тогда не пойдем туда. Можно было бы, но думаю, что не стоит этого. Так, я прошел, да? То есть эта хрень должна быть где-то выше. Или ниже. Если выше, то вот где-то там. Угу. Нет, она... Где-то вот здесь. Либо на ветке, либо внизу. Давайте сначала вниз смотаем. Ничего внизу не найдем. Отстань. Значит, все-таки наверху, на ветках. Тайники вот эти очень полезны. Они, кстати, по-моему, тоже опыт там какой-то дают или не дают. Я могу ошибаться. Вот, поэтому... Но мы в любом случае можем зато добраться до большей части различных таких тайников и посмотреть, что там есть. Я уже примерно плюс-минус приспособился к тому, как забираться. Неуязвимость. Офигел? Ну ладно. Так. Вот мне на вот то дерево. Вот куда-то вот сюда. По логике вещей. Ай. Главное не упасть вниз. Да, вот там оно и находится. Все просто. То есть, ну, если вы видите какую-то хрень на карте, да, то есть, и она находится в одной точке, вы проверяете, низ, внизу нету, да, плюс 100 опыта мне за это дали. Если внизу нету, значит, она наверху. Логика, ё-моё. Не правда ли?
Вот. Мне очень жалко, что мы не можем парить бесконечно. Это было бы очень круто. Капитан, друг-призрак. В последнее время я все думаю, а что же случилось с двумя членами экипажа Черного Исхода? Они ушли с корабля давным-давно и не вернулись. А, хорошо, Нейра, с чего начнем? У местных вексов могут быть данные, которые помогут их найти. Вексы видели в этом регионе двоих людей, но это было давным-давно. Земляне здесь редкие гости. Я нашла слияние с дополнительной информацией. Нейра, ты ведь не рассчитываешь, что твои товарищи еще живы? Нет, они давно мертвы. Но я хочу знать, что с ними случилось. Те пропавшие, какими они были? Один из них был ученым и мыслителем, второй — инженером. Если они здесь, мы их найдем. А может и нет. Ну, как бы, как повезет. Где-то наверху. Где-то наверху. А самый простой способ наверх забраться, это пройтись вот здесь. И застрять. Потому что мой персонаж не умеет паркурить, в отличие от призрака. Блин, как я хочу теперь играть за своего... Ну, не призрака, а хантера. Типа охотника. Хочется опять вернуться к охотнику, потому что, хоть я и научился здесь вроде как более или менее паркур делать, но все равно все это делать что-то не так. Ладно. Но мы все равно побежим, попробуем посмотреть, что там у нас может получиться. Как круто. Взлом. Взлом слияния. Новый 14 уровень. Е-бич. Чувствую себя крутым. Вот это и не так. Ну, вы видите, это мощно, то есть я делаю бум. Чувак, да мне не нужна твоя помощь, я вполне себе сам справляюсь. Хватит тырить мои фраги. Сидит такой, подтыривает. У меня как бы миссия. Мне норм. Вексы решили вас проверить и создали голографический указатель для нашего удобства. Возможно, пропавших членов моего экипажа заставили участвовать в подобном эксперименте. Типа от точки к точке? С обязательным прохождением моной? Чтобы пройти тест, нам нужно добраться до 3 модулей данных. Этот тест предназначен для людей? Его содержание скорректировано с учетом возможностей стража, хотя они и не называют вас этим термином. А как они нас называют? Владеющие тем, что мы не можем смоделировать. О, хитро. Ну да, наверное. Я вот тоже не могу смоделировать то, как поведет в прыжке мой персонаж себя. Поэтому это будет долгая миссия.
Ну ладно, шучу. Я постараюсь это сделать максимально корректно, быстро и чётенько. Не обещаю, но я сказал, что постараюсь. Так. Ну сюда-то мы точно доберемся. И на последнюю, я думаю, тоже будет просто. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Угу. Надо забраться не туда. Вот это была подстава из подстав. Как меня красиво нагнули. На самом деле я просто перелетел нужные объекты и как бы типа... Это было нифига не круто. Вот так вот, все. Пропавшие люди из твоего экипажа. Почему они ушли? Они разошлись во мнениях с капитаном Якобсоном и решили покинуть корабль. Мои алгоритмы разрешения конфликтов оказались бессильны. Так что я дала им припасы, даже больше, чем требовалось. Я знала, что вдали от цивилизации они будут уязвимы. Но я не могла изменить их судьбу. Ну да. Грустно на самом деле. Считай, команда распалась из-за ссоры. Ну, мягко говоря. Почему мне кажется, что мне будет больно? Так, ладно, поистребляем немножко вексов. Пошарашим, пошабашим. Главное истреблять вначале снайперов. Та-та-та-та-пам-пам. Та-та-та-та-пам-пам. Так. И собирать, кстати, вот эти осколки очень повезло. Потому что осколки нам нужны. Ну или типа что это? Ты что, вообще почти похоцал, как хрипел, что ли? Пошел нахрен. Вот я, кстати, выполнил какой-то из контрактов. Что не может не радовать. Твой экипаж так и не нашелся. Но мы продолжаем поиски. Я благодарна вам, капитан. И вам, друг-призрак. Вот видите, мы потихоньку выполняем некоторые квесты, что дает нам много разных плюшек. Ммм, какая вкуснятина. Чего вы на меня смотрите? Не хочу, чтобы вы на меня смотрели. Я не перезаряженный. Блин, кто еще живой? Или двое? Вы аномалия! Ребята, они пошли бы вы нахрен. Ай, больно. Так. Ну, изи-пизи, типа. Я принял очень слабый сигнал бедствия. Древний. Очень слабый, очень древний и очень труп. Нейра?
Тела вне досягаемости моих датчиков, но я могу обнаружить их через ваше сканирование. Мне очень жаль, Нейра. Я знаю, каково это. Ну, неважно. Они были хорошими людьми. Да, друг-призрак. Память о том, что случилось с ними, будет жить со мной вечно. И в некотором роде они тоже будут жить вечно. Просто их завалило камнями, и как бы они даже выбраться не смогли. Грустно. Грустно, друзья мои. Ну ладно, что ж поделать, придется возвращаться. На самые дальние точки мы сходили, в принципе, вот как раз мы сходили, получается, вот в эту вот пещерку. По идее. Или мы в колодец праха сходили, уж не помню. Да, мы в колодец праха сходили. Правильно же я помню, да? Не, мы вообще в какое-то другое место сходили. Ну ладно. Ты чё, ко мне каждый раз пристаёте-то, ё-моё. Ну чё, нравится на меня смотреть? Ну на. Так, теперь нам нужно пройти вот сюда. В принципе, мы проедем довольно быстро. Поэтому не будем тратить время на всякие придумки. Как что там сделать? Просто проедем, насколько это можно, и все будет ок. Все будет хорошо. Интересно, а почему он не работает на прыжок? Чисто в теории должен был бы. Так, и там, кстати, вот с края вот здесь вот есть сундук. Я не знаю, есть ли смысл искать их, но. В принципе, они дают нам некоторые плюшки. Почему нет? Более, здесь он, по-моему, очень аккуратно заправлен. Здесь же он, да? Ну, он... типа, надо мной? Но если он, типа, надо мной, значит, туда как-то, наверное, можно забраться. Ну, судя по логике. Ну, типа, я здесь, а его, типа... Ну, его, типа, нету. Видимо, он либо ниже, либо еще выше. Да вы, ребята, охренели, я смотрю. Не, ну наверх-то там вообще не забраться никак, по идее. Ну а где он тогда? Короче, видимо, не в этой серии. Ладно. Берем байк и поехали. Щука, конечно, согласен с Хантером, то еще говнецо, но это хотя бы что-то. Эй, вы двое! Мои разведчики приняли странный сигнал Кабал. Корабль, с которого он идет, не имеет отношения к региону. У них завелся новый командир. Он гоняет легион по Нессу, как мальчиков на побегушках. Последний раз, когда у Кабал сменилась власть,
Они сожгли наш дом. Посмотрим, что они задумали на этот раз. И возьмите пушки. Ну, мы всегда носим с собой как минимум 3. Как минимум 3 и 1 меч. Че кого, да? Ладно, меч слово, ну так корабль, который слева был от нас. Проедем. Там будет очень много кабал. В душе не чаю, откуда их там столько, но мы должны будем разобраться. Ой, ты неуязвим, конечно, как же. Ты тоже неуязвим, конечно. Все? Еще кому-то? Ну, давай тебя успокоим. Надеюсь, все успокоены, все рады, довольны. Никто со страху не описывался вроде даже. Ой, как я от него сникался-то. Что-то я стал криво стрелять. Вот я иногда в такие моменты боюсь, что мой персонаж куда-нибудь улетит. А ведь он магиот, как бы. Так. Огромный корабль Кабал. На самом деле, это руины Вексов, чтобы вам... Мне надо в самую жопу мира. Да что, босс... Я просто не хотел прыгать в конце, потому что я видел там воду. Я понимал, что чисто в теории я выживу. Но вот эта хрень мне не нравится. Что это? Так, тут очень много народу. Ладно, спрыгиваем, потом разберемся. Впрочем, как всегда. О, он меня тоже попал далеко не с первого раза. Так что 1-1. Вот зря он, кстати, так подошел. Что у вас, ребята, откуда у вас столько? Че, решил меня поиспытывать, что ли, или что? Думаешь, у меня не хватит прочности на себя? Ты тоже долго парить не можешь. Так, загружаем данные. Легион извлекает планы Несса из слияний. Атмосферные, геологические и тектонические данные. Все подряд. Но не пойму, зачем. Ну, как бы как зачем? Они хотят знать, насколько важна эта планета, чтобы проводить на ней свои эксперименты, как всегда, или что-нибудь в этом духе. Слушай, вообще-то неприятно. Хорошо. Это может все объяснить. Посмотрим. Легион помогает своему неизвестному лидеру обнаружить богатые минералами залежи на Нессе для потребления. Здесь что-то не так. А то вот было непонятно, да? Что это все для разработок. Лицом к лицу с Кабал. Это ж логично, дружочек мой. Всем им просто нужно дополнительная еда, сокровища и минералы. Короче, грабим караваны, как всегда. Хорошо, я это прочитаю, а ты делай вид, будто я знаю, о чем говорю. Кабал хотят стереть Несс в бесценный порошок, пригодный для королевской особы.
Снова данные об окружающей среде. План работы тыла, позволяющий подготовить их корабль... к пожиранию планеты. У этого нового лидера Кабал, кажется, не все дома. В смысле? У них же не может быть настолько большого корабля. Ведь так? Но, судя по этим чертежам, возможно и есть. Ладно. ТП-шимся обратно. Так, теперь нам нужно добраться до места посадки. То есть до туда, где находится сам этот, по идее, корабль или что-то в этом духе. Находится он в жопе мира, как всегда. Ну, кто бы сомневался-то, а? Я сейчас упасть должен. Передаю данные. Кейт, я засек сигнал, распространяемый по всей планете. Седьмой команде Красного Легиона не удалось захватить данные Вексов. В настоящем аннулируется их приглашение присоединиться к режиму лоялистов. И еще. У остальных еще есть шанс показать себя. Я предлагаю вам жизнь в роскоши. Роскошь? О, мне бы сейчас не помешало немного роскоши. Ну давайте доберемся до места посадки, посмотрим на жизнь в роскоши, что же это предполагает за собой. В принципе, я тоже не против раскошануть. Если это так можно назвать, конечно. Глупо звучит, но почему нет? Почему нет? Роскошь, она такая. Так. О, дружочек. Ой. Ой-ой. А, ты вообще неуязвимый, да? Ну, когда мы просто мимо тебя прокатимся, ты же не против. Спасите! Помогите! Ну, или как-то так. Нет у меня, к сожалению, на корабле оружия. И это очень обидно. Ой. Ты охренел, что ли? Чуваки из седьмой роты. Вы, ребят, что-то совсем борзые. Я, конечно, видел подобное, но... не в таких количествах, друзья. Ура! 15 уровень. Связь установлена. Странно все это. Они проанализировали почву планетоида и выяснили, что может случиться, если ее смешать с каким-то королевским нектаром. Осталось еще одно. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Ну-ка, умирать. Быстро. Я сказал. Так. Отлично. Оба слияния подсоединены. Не подпускай их, пока я читаю рецепт по превращению почвы Несса в чистое королевское вино. Чем вообще занимаются Кабал? Винишки делают. Бам. Не маски. Так. Ну, судя по логике, мне просто нужно убивать этих засранцев, не более. Да ты охреневший.
Так. Вот эта пушка мне вообще не нравится. Она на меня дурно влияет. Так. Заберем дробовичок. И опять наверх. А здесь уже люди. На блюде. Даже огоньком горят. Кто ты забрал высаживать кабал, чувак? Что я, можно сказать, тебе сделал? Я забрал все, что мог, и отключил слияние. Красному легиону не добраться до данных, которые их новый лидер приказал им захватить. Они рехнутся от злобы! Класс! Так им и надо. Нужно доставить данные авангарду до дефрагментации. Легион собирал все данные вексов о Нессе. Ну ладно, нужно доставить, так доставим. В чем проблема-то? Тем более тут, по идее, недалеко. Так. Прыжок не удался, как всегда. Передача данных. Ля-ля-ля-ля-ля. Все, чего я прошу, вернуться в мои любящие объятия. О, император Калус сказал свое слово. Ого, погоди, император? То есть император Кабал? Ладно, роскошь подождет. Нужна Икора. Икора! Эй, отлично сработано, ребята! Ого, его уже и след простыл. Интересно, к чему все это? Не знаю. Ладно. Следующие два задания будут вот здесь, вот так что мы перемещаемся вот сюда. И надо будет потом еще вернуться, кстати, назад. Ох, мама моя, ох, мама. Чувствую, не закончится это ничем хорошим. Внимание экипажу. Кабал начинает операцию по сбору ресурсов. Надо было просто пробежаться вниз. Хотя, знаете, что мы сделаем? Знаете? Блин, здесь невозможно призвать технику обидно. Ладно, мы по туннелю спустимся, как и, в принципе, это надо было сделать изначально. Ну, сам первый раз, когда мы только-только начинали. Сейчас мы вот эту хрень будем пытаться защитить. Вызвать такси. Твою ж налево-то. Кабалы, привет! Я к вам пришел с дарами. Вы думаете, что можете сюда так просто прийти и начать бурить? Интересно, когда они остановятся? Не знаю, когда они остановятся, но... Мы определенно должны с этим что-то сделать. Меня больше напрягает вот тот минотавр-охранник. Ребят, ну какого хрена, простите меня? Вот это вот, это не очень хорошо. Это прям по нам. Ладно, короче, я пока прогуляюсь к тому минотавру-охраннику, потому что он меня достал уже. У Хайдоку его и...
этого чувака. Все, вот теперь все хорошо. Вот теперь я доволен. Все, вы думаете, вы одни что ли можете так делать, да? Нет, вы не одни так можете делать, я тоже так могу. Более того, не факт, что у меня получается, ребята, хуже, чем у вас. Здорово мы этот корабль сделали. Так, вот это вот и сильная хрень мне только поможет. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ау. Все-таки они меня убили. Сволочи. Вот наверху я такого уже убил. О, это, кстати, было героическое мероприятие. Прикольно. Нам за него что не дадут? Ха, они готовы взорвать свое оборудование, лишь бы оно не досталось нам. Кабал не очень-то нам доверяют, а? Понятия не имею, почему. И все? Две штучечки миллипысячные. Ну так даже не интересно. Я надеялся на что-то более прикольное. Капитан, я обнаружила несколько интересных хранилищ данных. Мне удалось создать несанкционированную учетную запись для друга-призрака. Векс решат, что он один из них. Если все пройдет как надо, они поделятся с ним своими секретами. Это было действительно очень полезно. Посмотрим, что нам удастся узнать. О, я помню это говно. Так, тут вся проблема в том, что они перемещаются. Платформы заряжены. Это угроза или эксперимент? Пойди пойми. Типа надо каждую вот так платформу сканировать. Не наступая вот сюда. Потому что если мы наступим на такую платформу, ну, короче, нас начнут бить током, все дела. Нейро, этот вход именно то, что надо. Здесь куча данных о маневрах флота Кабал. Завала будет в восторге. Рада помочь, друг-призрак. Отмечаю новые тайники. Знаете, где они будут? Вот здесь. В огромном говне, который нам потребуется посетить. Я помню первый раз, когда я его посещал. Всю вот эту хренотень. Это было очень смешно. Потому что я не знал, в чем там прикол. И я просто такой, типа... Ну, как бы, ок. Какая-то хрень в небе, давай залезем на нее. Самое интересное, знаете, что вот эти вот платформы, они через какое-то время, они типа исчезнут. А просканировать нам типа надо каждую платформу. Сканируем, сканируем. Кажется, они идут за нами. Они приняли тебя за своего. О чем ты их спросил? Ни о чем. Я поинтересовался, что они делают на этой планете. Они что, обиделись?
короче, не знаю, обиделись они или нет. Ау. Но не все вот эти вот можно просканировать. Получаем доступ к общности. Блоки данных, которые бросают вексы, они содержат ответы на мои вопросы. Возможно, они пытаются подключиться к другу-призраку, а вы, капитан, им мешаете. Мне очень жаль. Я это исправлю. Сканирование, сканирование. Твою мать! Каждый раз сканирование надо начинать заново. Это, конечно, обидно. Я не могу их остановить. Они пытаются рассказать о какой-то первой программе, файлы которой датируются периодом еще до Золотого века. При чем тут вообще это? Они считают, что твоя картина мира недостаточно полна. Они хотят помочь. Мне не нужна их помощь. Я думал, что вот сюда будет добраться сложнее. Ну не, вроде норм. Так. Теперь нормально. Я знаю, почему призрак Ашера никогда не рассказывает о встрече с вексами. Они все еще зовут меня домой. В любом случае, эти данные слишком ценны, чтобы их упускать. Наверху есть еще одна точка доступа. Я допрыгнул. И, блин, мама мия. Плохая новость. Общность отправила разум вексов, чтобы помочь тебе уничтожить капитана. Останови их! Мне очень жаль. Я не смогу это сделать, но вексам ты, похоже, очень нравишься. Умирая, этот разум сказал одну вещь. Что он боится. Боится твоего света. Это единственное в галактике, что он не может смоделировать. Возможно, Икора это и так знает, но я на всякий случай сообщу авангарду. Призрак, запрос отклонен. Общность вексов надеется, что ответила на все твои вопросы. Пользователь под ником Осирис передает тебе привет. О, Икора должна об этом узнать. Как-то так. Ладно, на самом деле мы, по-моему, можем даже сразу вот сюда спрыгнуть. Изи-пизи. Легкие денежки. Так, следующее задание. Оно будет вот здесь, и потом мы уже пойдем к нейроматрице, конечно же, куда же еще надо-то. Хотя, знаете, вот здесь вот есть маленькая пещерка, в которую мы, наверное, сейчас заглянем, потому что в этой пещерке есть полезное оружие. Ну, или что-нибудь в этом духе. Но это будет, знаете что, знаете, да, в следующей серии. Поэтому всем пока, всем удачи, надеюсь, вам понравилось. И, собственно, что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. В общем, увидимся еще, друзья мои. Всем пока.